снежок выпал, морозец ударил, большой ветерок. А в Кандагаре в это утро пел Розенбаум о любви, и только Розы знал всю правду. Он знал, что многим не принесет. Внимание! Говорит Германия. Смотрим. Thank you.
Копейка как раз. Ну, и что, они девочки могли сказать, ага, останавливаюсь. Могли сказать, остановитесь здесь. Он не остановится. Ой, сколько вы останавливаете? Ты знаешь, это просто водитель. А, да, еще там не находимые. А их пропустят. Да, это да. Просто. Ну да, не на месте остановил. Да, девочки, бери большую самую. Видишь, ты говоришь, выкинуть, вот, их уже это мучное. Не найти. Вот молодец какая. Мучное или это самое? Так это сумка на забор пойдет. Нет, не сюда, нельзя, только на забор. Так, стаканчики, да, все упали. Сумка, да, так, один поменьше будет. Давай, запустим. Да, да.
Ой, уточки, молодцы. Ути. Ути. Я понимаю. Ну, на меня не обижайтесь. Ути. Землей еще теснятся, для нас покоя нет.
нет, и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоя. Можно посидеть! Я тебе могу помыть! Вот благодать, да? Эй, фашист, лови гранату!